Ветераны Юго-Восточной железной дороги приступили к занятиям по повышению цифровой грамотности. В распоряжении каждого участника проекта – ноутбук, мышь и планшет, подключение к интернету. Технические средства предоставила благотворительный фонд «Почет». Программа обучения рассчитана на 8 часовых занятий в течение 8 дней. Первую группу набрали из ветеранов-железнодорожников, проживающих в Воронеже. В том числе они научатся регистрироваться на портале госуслуг и пользоваться сайтом Пенсионного фонда России. Они получат и навыки заказа товаров, еды, услуг. Планируется и бонусное занятие – пользование смартфоном. Хотелось бы показать, что этим можно пользоваться, чтобы наши пенсионеры с удовольствием использовали те технические возможности, которые дают современный этап развития общества, развития компьютеров, интернета. Ну вот то, что мы видим сейчас, это действительно то, что надо. Это, мы когда собирали людей, все с большим интересом, но никто не рассчитывал, что это будет так хорошо, что будет вот так все организовано. Именно волонтеры проводят обучение пенсионеров, потому что так же, как они помогали в доставке продуктов и медикаментов по акции «Мы вместе», оплачивали коммунальные услуги, поняли о том, что есть такая проблема, и сейчас уже обучают пенсионеры. То есть мы никого не нанимаем, мы никого не приглашаем, имеется в виду, да, платных спикеров. Люди после работы на добровольных началах в обеденный перерыв приходят и занимаются с нашими пенсионерами нашей Юго-Восточной железной дороги.